Дайте послушать. На съемки отвлекаю. А есть счетная комиссия вопрос? А за что вы голосовали? А регламент? Проголосовали. Собрание час уже идет. Раньше приходить надо. Я правному вашему способу вхожу в ваш ОСН территориальный. Хорошо. Ну не отвлекайте. Я не отвлекаю. Мне интересно, каким образом улицу Героев Панфиловцев и Кольскую внесли в этот ОСН, не подтвердив ни одной подписью ни одного человека, живущего на этой улице. Мы ответим на ваш вопрос. Почему вас не стыдно? Вы пришли скандалить, срывать собрание, у вас это не получится. Ведите себя прилично. Вы подставите себя и людей, которые вас сюда призвали. Ведите себя прилично. А потом ответим на ваш вопрос. Депутаты, мать вашу. Был разработан проект стоимостью 12 миллионов. Эти 12 миллионов денег выделены областной... Товарищ депутат, это вы сейчас личные данные фотографируете? Вы уверены, что вы вообще вправе это делать, товарищ депутат? Товарищ, блядь, ты кто такой вообще? Убери, ты кто такой? Ты себя как ведешь? Руки убрал от меня. Убрал руки, да. Сейчас смотри, сейчас полиция приехала, они сейчас будут провоцировать. Пожалуйста. Вонючки, блядь. Фрайрок. Кто фрайрок? Ты, журналюга, блядь. Фрайрок? Это вы точно депутат, мужчина? Вы не зэк? Вас как давно выпустили, мужчина? Еще раз. Что еще раз? Вопрос какой? Подожди, я думаю. Вы уверены, что вы депутат? Что такое фраерок? Кто такой фраерок, я спрашиваю? Вот в этом и сегодня вопрос. Вы с какой целью сюда пришли? Люди нормально заседали, нормально общались. Что такое фраерок? Почему ты на людей кидаешься, депутат? И чувак, лишь кидался на людей. Кошмар. Товарищи, кошмар. Они еще хуже. Мы уже говорят. Ну вот я здесь, и что? Общайся теперь с политы шумный. Что ты вообще в неадекватном состоянии находишься в общественном месте? Оформляйте его за пьянство, он пьяный, он неприлично себя ведет. Люди ОСН заседают, ну, нормально, у них приходит собрание. Потом появляются эти граждане. Вот этот какой-то типа там какой-то депутат. Вы себя неприлично ведете. Послушайте, я вам удостоверение свое показал неоднократно. Я журналист, информационное агентство ДИАК. Сюда смотрим, депутат. Все? Достаточно или нет? Можешь сфоткать? Да. Хочешь? Бери фотографию, что ты тыкаешь? Так я хочу тебе тыкать, ты мне за руки хватаешь, слышишь? Вы только что толкали. Вы достались на всех подряд. А человек может обращаться, как и вы можете к нему обращаться. Все, кто меня хватает за руки, пытаются меня ударить, все получают соответствующие отношения. Ты фоткать будешь или нет? Нет, не буду. Скажите. Да, мне нечего фоткать. Я депутат Самарского района. Вы даже к нашему району не относитесь. Вы не проживаете, вы не депутат нашего района. Вы имеете право фотографировать персональные данные, вы не имеете права. Ну это вообще. А если находитесь, какое вы имеете право фотографировать личные данные? Саша, тише, Саша. Какое? Че кидаться на людей? Это вообще. Сколько работаем, пришли депутаты. Нелия Афанасьевна, продолжайте, пожалуйста. Ввели вот это вот. А мы это вопрос не ставим.
правильно голосовали. Этот вопрос ставился на повестку дня или нет? Скажите, а вот вы здесь для чего? С какой вы здесь целью? Скажите правду. Вот ваши соседи, скажите соседям, для чего вы здесь? Вы не скандалите. Это моя улица. Вот скажите, для какой целью вы здесь? Что вам пообещали за то, что вы будете здесь это делать? Мне не пригласили. Как это? Да все на общих основаниях. А дуйте, кто все эти люди? Скажите, вот эти 20 человек подставные или вы подставной? Кто подставной? Выберите в другом офисе. Проголосуйте. В смысле бабушку взяли? Она чем-то хуже вас или что? Просто потому, что она женщина и возраст? В отличие от вас, она депутат. Она не несет ответственность. А, то есть потому, что она пожилая? Она пожилой человек, да. Она в случае чего на нее может списать, она может даже умереть неожиданно. Да, подождите, пускай говорит. Да просто первый орган самоврядования, который они, чудом у них получилось его организовать, чтобы хоть что-то сделать в этих чаплях. А вот кому-то он понравился.